А я продолжаю пить свою очищающую программу. Сегодня пятый день. Конечно же, без вас не пью. Пью ее после обеда, потому что утром я пью коллаген на постоянке. И после обеда я пью очищающий детокс проактив. Очищение проходит очень мягко. Я вообще, честно скажу, я в восторге. Вот, сейчас я... Тут идет 6 капсул. Всем я всегда показываю, что я их пью. Обязательно нужно соблюдать питьевой режим, пить больше воды для того, чтобы все шлаки, токсины выходили. Повторюсь, что очищение проходит очень мягко. Нету такого, знаете, что там бегаешь в туалет или что-то. Очень мягкое очищение. И что я заметила, сейчас вам расскажу. Заметила, во-первых, раньше всегда утром, сейчас когда жарко, я прям просыпаюсь, и у меня, знаете, как подотекает лицо. Ну, какие-то метки, то на руках, то на лице. Вот, сейчас я заметила, что этого нету, значит, лишняя вода с меня выходит. И как бы... Кожа, мне кажется, даже более ровнее становится. Также очень хорошо работает ЖКТ. Это тоже очень плюс. Нету никаких ни урчаний там, ничего. У меня все равно периодически такое бывало. Вот, сейчас вот пью, нет такого. Вот, в целом, да, я хочу уж избавиться все-таки от своих папиллом. Пока они на месте. Но надеюсь, к концу курса они все-таки у меня начнут подсыхать. Курс рассчитан на 16 дней. Один пакетик, да, выпивается там, после завтрака, либо после обеда. Вот я пью после обеда. Вот, так что мой пятый денечек. Еще остается 11 дней. Так что буду вам рассказывать свои ощущения. И, ну, вообще ощущение бодрости и легкости. Ну, знаете, такая легкость прям вот... Давно мне такого не было после работы, чтобы я прям... Мне хотелось еще что-то делать. А сейчас действительно хочется что-то еще делать. Так что вот такие дела.